Здравствуйте, меня зовут Елена. Моего сына Вячеслав, ему 6 лет. Мы из России, город Сыктывкар. Находимся на дистанционном лечении центра БР-Дэвид. Недавно я встретила свою знакомую, с которой не виделись где-то около года. Но она видела ребенка год назад и удивилась, какие изменения произошли в его развитии с предыдущим годом, и спросила, с кем мы занимались, что делали. И я ей с таким восторгом стала рассказывать, что случайно мы познакомились с прекрасными людьми из центра БР-Дэвид и проходим у них дистанционное лечение. Стала рассказывать, какие чудеса творят эти люди и как они помогают всем деткам с особенностями развития. И с таким восторгом я это рассказывала, что она так удивилась и в конце моего рассказа спросила, а сколько же это стоит? И когда она услышала от меня, что это все бесплатно, она очень удивилась и, мне кажется, не поверила. Да, абсолютно бесплатно. Трудно поверить, что в наше время кто-то тратит свое время личное, энергию, силы, душу вкладывает, и не прося за это ничего взамен. Это просто удивительно. Просто невероятно. До встречи, до знакомства с центром БР-Дэвид я была в такой ужасной депрессии, в таком состоянии, что мне просто не хотелось жить. Я искала ответы на вопросы, почему мне это все, за что мне это все, как мне быть, как мне воспитывать ребенка. И после, можно даже сказать, одного личного сеанса с Давидом, я поняла, что жизнь прекрасна.